Очень рада вас всех видеть. Добрый вечер. Честно говоря, Надежда втянула меня в некоторую авантюру, потому что я не считаю себя специалистом по функционированию диаспор зарубежных. Но когда мы подумали о том, какая тема могла бы быть интересна в рамках нынешней серии вебинаров замечательных, я подумала, что Россия, конечно, родина слонов, как известно. Вот. Но хорошо бы посмотреть, что делается по интересующей нас проблематике у соседей. И это всегда приятно учиться на чужих ошибках, а не делать все возможные свои. Два слова о себе для тех, кто меня не знает. Меня зовут Анна Владимировна Голубева. Здесь моя такая краткая биография и некоторые основные должности, которые прошли в моей жизни. По образованию я филолог-русист. Сфера моих научных интересов до 90-го года была история русского языка, которая, как известно, является теорией языкознания. После этого я преподавала русский как иностранный, сначала в различного рода стационарах, в Академии наук, в Российском педагогическом университете. Затем в собственной языковой школе при издательстве «Златоуст», где с 90-го года я являюсь главным редактором, заместителем генерального директора. Собственно, вся моя жизнь связана с издательством. Поэтому так получается, что через руки главного редактора проходит довольно много разной информации, которая может быть и стороне от его жизни. Так получилось, что последние 20 лет языковая политика попала в сферу моих интересов, наверное, с момента подготовки закона о государственном языке Российской Федерации. Ну и, собственно, то, о чем я буду говорить, отчасти будет связано, наверное, с этим направлением интересов. Но я не только главный редактор, вот тут целый ряд пособий, которые писались либо мной, либо в соавторстве с коллегами. Не буду на них останавливаться, потому что это отдельная тема, но просто не только читаю другие рукописи, но стараюсь держать себя в форме, профессионально писать сама. Да. Итак, Россия – родина слонов или не родина слонов. Если говорить о поддержке эритажного языка, вообще о наличии диаспоры, не диаспоры, но большой группы соотечественников, проживающих за рубежом, то Россия, конечно, далеко не первая в мировой истории. Вот, и хотя сегодня мы выбрались в лидеры и входим в тройку наиболее стран с наибольшей, буду говорить, группой соотечественников, проживающих вне метрополии, но есть и более маленькие группы соотечественников в других странах, на опыте которых нам, собственно, можно поучиться. Поэтому мы сегодня посмотрим немножечко поговорим о терминах, потому что, по-моему, это важно. В зависимости от того, как мы их понимаем, может строиться та или иная языковая политика по отношению к диаспоре. Посмотрим, может быть, что интересного нам дает чужой опыт, что мы можем использовать, если хотим, чтобы русский язык вне границ Российской Федерации продолжал функционировать и изучаться не только как иностранный. Собственно, в названии сегодняшнего моего выступления три провокационных слова. Да? Это и сохранение, и эритажный, и в диаспоре. Что вообще можно делать с родным языком и что продуктивно делать? Мне очень не нравится, когда в наших правительственных программах фигурируют всякого рода мероприятия по сохранению русского языка за рубежом. У меня сразу такое представление о кладовке, где много-много консервных банок и все хорошо хранится. Или вот кладовка типа того, что видна на фотографии, где много всего сложено, но не очень понятно, как это найти. И, конечно, хотелось бы, чтобы родной язык, чтобы русский язык не просто хранился в каких-то заветных банках на черный день, чтобы он работал. И работал на его носителей, и на владеющих им, и, конечно, на нашу страну.
Давайте поговорим, помимо сохранения, теперь о диаспоре, да? И вообще о том, является ли сегодня русская, российская, русскоговорящая, как ее ни называют, диаспора, вообще, собственно, диаспоры. Есть очень много других терминов для объединения названия группы людей, пользующихся одним и тем же языком и живущих вне их исторической родины. И здесь и сообщество мигрантов, и землячество, и вот всякие другие мигранты, экспаты, соотечественники, что очень любят российские политические документы, ну и вплоть до интегрированных этнических общин. Значительной части исследований выделяют вполне определенные постоянные признаки диаспоры, которые были сформулированы путем анализа таких классических диаспор, как еврейская диаспора, армянская, например, проживание вне страны своего происхождения – это только один из признаков. Исследователи, социологи подчеркивают, что эти группы должны быть не просто вне страны, но должны быть сплоченными, устойчивыми, часто компактно проживающими в стране приема. Среди важных признаков национальная мифология, коллективная память о благословенной родине, земле обетованной, на которую, может быть, ты и не вернешься никогда, но о которой мечтаешь, рассказываешь детям, даже если ты там не был, говоришь, как там было хорошо. И вот эта коллективная память или что-то заменяющее ее, это определенный стержень, вокруг которого диаспора объединяется. И здесь может быть и национальная идея, и может быть историческая память о том, как когда-то прекрасно мы жили, и религия, и самые разные вещи. Без наличия этого стержня на самом деле любая группа иммигрантов, как мы знаем, в три поколения прекрасно ассимилируется. Очень важно, что она сохраняет, конечно, свою культуру и менталитет, не обязательно через язык. Это я попытаюсь сегодня показать на опыте некоторых диаспор. И, честно говоря, для меня это стало некоторым открытием во время подготовки к нашей сегодняшней встрече, потому что я была убеждена, что без языка никакого этнического сообщества прочного быть не может. Желательными являются социальные институты, выработанные самой диаспорой для поддержания и развития своей идентичности. Ну и, наконец, признак, который тоже многие исследователи разделяют, это то, что диаспора обычно поддерживается властями метрополии. Не всегда она способна существовать самостоятельно, и есть даже такие доводящие до крайности этот тезис журналисты, которые полагают, что без поддержки метрополии диаспора вообще долго не просуществует и выродится, может быть, и раньше, чем в третьем поколении. Но они не говорят о внутреннем стержне, который объединяет. Собственно, от того, как мы будем характеризовать диаспору и какие признаки для нас будут существенными, будет зависеть и содержание, и какие-то принципы методические, которые используют учебные материалы по сохранению языка и подход преподавательский. Вот. И опять же мы с вами попробуем это посмотреть. Да? И многие полагают, что самая живучая диаспора – это, конечно, самая большая, поддерживаемая при этом правительством метрополии. Собственно, вот это, конечно, не всегда работает. На диаспору сегодня в литературе существует три взгляда, очень бегло, поскольку это не совсем предмет нашей сегодняшней речи, но это наиболее распространенный социологический подход, классические работы Сафрана и Губейкера здесь можно назвать. И главный признак здесь – это наличие внутри диаспоры каких-то социальных институтов по ее сохранению, будь то школы полноценные или вечерние, церковь, какие-то
учреждения высшего образования, какие-то ассоциации, какие-то, может быть, там советы, не знаю. Да, ну, классический здесь пример – это первая волна русской эмиграции, которая, как известно, была очень неплохо организована и имела вроде бы необходимые социальные институты, но, правда, это ей не помогло сохраниться и не раствориться в третьем поколении, по большей части. Да, есть совершенно альтернативный социологическому подходу, политический подход, который считает, что социологи слишком широко трактуют диаспору. Все, кто оказался за пределами нынешних границ метрополии, независимо от того, выехали они сами или эти границы были перенесены там всего каких-то внешних обстоятельств, вот все они являются диаспорой. Представителем политического подхода является бывший директор Института этнологии Российской академии наук, например, Тишков, который полагает, что вот идея коллективного служения идеальной родине – это то, что делает диаспору диаспорой. А все остальное – это различные этнические группы или какие-то временные мигранты или что-то еще другое, но только не устойчивое во времени образования. И третий подход – это этнический подход, который полагает, представители которого полагают, что наличие общей культуры языка – это уже достаточно вполне, чтобы мы с вами говорили о диаспоре. Мы видим, что этническая общность, собственно, не является тоже таким обязательным признаком. В одну диаспору сегодня социологи объединяют представителей разных этносов, например, которые оказываются волей-неволей вне привычной среды обитания. И вот говорят о возможности образования диаспоры даже внутри одной страны. Ну, вот в Соединенных Штатах говорят, что в разных городах существует так называемая детройтская диаспора. Да. После падения производства в Детройте жители разъехались по разным городам, но поддерживают связи и сохраняют некоторую общность. Да, можно говорить, ну, о сибиряках в России, которые вроде бы съехались из разных уголков страны, но создали некоторую собственную общность. Вот, то есть варианты интерпретации здесь могут быть разные. В чем исследователи, пожалуй, едины, это в том, что создавать диаспору способен далеко не каждый этнос, и есть этносы более склонные к ассимиляции всего разных причин и более устойчивые перед внешним давлением. Ну, есть такой стереотипный пример диаспоры. На основании этих примеров, собственно, и вырабатывали свои классификационные признаки социологи. Идеальная модель – это еврейская диаспора, но также цыганская, греческая, кубинская, кстати сказать, китайская, ирландская. Хотя насколько китайская является стереотипной, мы с вами сегодня посмотрим. Здесь все может быть не совсем так. Важные функции диаспоры – стереотипной диаспоры считается поддержание некоторых традиций, культурных особенностей. Вот все то, чем занимаются часто русские школы за рубежом, да, вот эти кокошники, там сарафаны, матрешки. И свои матрешки и сарафаны есть, наверное, у многих народов, которые так или иначе рассеялись по миру. При этом эти национальные символы часто претерпевают трансформацию, уже, в общем, не совсем отвечают тому, что было в первоисточнике. Сегодня принято говорить и о новых диаспорах, которые, как я уже сказала, никак не связаны с этническим признаком. То есть это вот пресловутые русскоговорящие, если мы будем к нашей жизни близко обращаться, или африканская диаспора. И часто они... эти новые диаспоры распылены по нескольким странам и даже иногда могут не иметь метрополии. Кто сегодня образует ядро, самые крупные представительные диаспоры, на опыте которых, может быть, мы могли бы учиться? Ну, безусловно, китайская. 50 миллионов человек, ну, по разным оценкам. Здесь очень разные цифры, отличаются иногда в два раза. И это зависит от того, включаются ли в подсчеты
эмигранты разных поколений или только, например, последней волны. Но вот тем не менее, и хотя от того, как, какова методика подсчета и кого включать в это понятие диаспоры, у нас будут попадать самые разные этносы в примеры. Курдская, к моему великому удивлению, с точки зрения ряда социологов, представляет собой диаспору с разбросом, вы видите, от 20 до 40 миллионов. Индийская и русская, беру в кавычки, потому что трудно говорить о том, что она, конечно, чисто русская, этническая, приблизительно поровну, и, в общем, в чем-то мы индийцев, может быть, и превосходим, опять зависит от методики подсчета. Очень близка к индийской и русской диаспоре польская. Практически треть поляков в мире сегодня не проживает в Польше. Ну и далее уже с отрывом украинская, сравнительно новая, и классические армянская, еврейская, итальянская, цыганская, все приблизительно по 8 миллионов. Вот это самые крупные группы, которые в течение, кто в течение веков, кто в течение последнего столетия, так или иначе проживают вне своей исторической родины и в том или ином виде сохраняют и свою культуру, и свой язык. И, соответственно, чей опыт мог бы быть нам интересен. Если мы возьмем другой график, другую иллюстрацию крупнейших диаспор, это данные BBC и отчеты ООН, то мы увидим, что да, Индия вдруг опережает Китай, только цифры там уже другие, да, порядка 17 миллионов. И речь, конечно, здесь идет именно о последних десятилетиях. И отсюда такой разброс в цифрах. Это Мексика, которую мы не помним с вами по предыдущему слайду. Это Россия, которая все на том же третьем месте и даже опережает Китай. Ну и далее растревоженный Ближний Восток, Сирия, Пакистан, Бангладеш, опять Украина здесь достаточно впереди, ну и Польша уже вроде бы не так велика, и вырисовывается Казахстан. То есть мы видим, что состав стран практически до половины отличается от предыдущего слайда, и это зависит от тех источников, откуда взяты данные. Поэтому нужно очень критично относиться к тому, с кого брать пример, и насколько там действительно большой опыт. Диаспоры деваются, как они распределяются. Взяла только европейскую карту, и мы видим, что есть страны, в которых до трети населения являются иммигрантами. И совершенно неожиданно в лидеры по числу иммигрантов попадают, если говорить о мире, вовсе не Соединенные Штаты, а Объединенные Арабские Эмираты. А если мы говорим о Европе, то в лидерах у нас Швейцария, Люксембург, Австрия, Швеция и Эстония. И я думаю, что опять здесь все связано с методикой подсчетов, хотя в Эстонии, конечно, за последнее время существенно прибавилось не эстонцев, но я думаю, что в цифрах, которые мы здесь видим, еще свою недобрую шутку сыграло наличие лиц без гражданства. Вот. И мы видим, что есть регионы, где мигрантов не так много, а есть страны, где они составляют, где почти каждый десятый и более является инокультурным, иноязычным. И, конечно, интересно посмотреть, как в этих странах существуют национальные общины, диаспоры, сообщества мигрантов, назовите как хотите, и чем их опыт, опять же, может быть интересен. Да. Вот еще одна любопытная картинка. Страны, иммигранты которых преобладают в Европе. Это
украинский источник, и здесь тоже есть некоторые нюансы в интерпретации, потому что здесь, опять же, как бы не этнические украинцы будут попадать как бы в долю российских мигрантов. Но мы отвлечемся от своих приграничных районов. И здесь наблюдается очень любопытная картина. Да? Эстония, где мы только что видели около 20%, скажем, не эстонцев, да, не граждан, массово выезжает в Финляндию. В тот же момент Финляндия переезжает в Швецию. Украина переезжает в Польшу, Польша выдавливается в Германию, Великобританию. То есть мы видим такое замечательное передвижение соседей в соседние государства, и это почти показывает нам карту голосования на Евровидении. Да? Вот. Ну и, естественно, мы видим страны, в которых явно сквозит колониальное соседство и любое колониальное прошлое. Индия заполняет Великобританию. Вот в этот же самый момент британцы переезжают в Ирландию. И это такая очень любопытная карта, которая показывает, насколько сильны сегодня трансграничные передвижения. И переезжая за пределы родной страны, иногда временно, но часто неожиданно оставаясь навсегда, многие мигранты начинают рано или поздно переживать языковой сдвиг по разным причинам. На это влияет очень много факторов. Николай Борисович Вахтин очень коротко их свел к двум – принуждению или выбору, часто прагматическому выбору. Но другие наши социолингвисты раскрывают, что влияет на выбор. Да? Конечно, численность группы. Если мы вспомним тех же китайцев, ну, например, в Соединенных Штатах, могу вспомнить, да, свои наблюдения, то, конечно, или узбеков, или таджиков в России, когда группа достигает определенной численности, она уже не нуждается в какой-то адаптации и освоении языка принимающей стороны, она вполне обходится выделением уполномоченных для контактов с внешним миром и сохраняет, консервирует свою моноэтничность, хотя при этом и маргинализируется. Возрастные группы носителей, кто переезжает, в каком возрасте способен ли он осваивать другой язык или уже будет держаться за свой. Наличие в диаспоре межэтнических или моноэтнических браков. И мы сегодня увидим примеры тех диаспор, где моноэтнические браки – это лучший способ сохранения родного языка. Каким образом организовано воспитание детей дошкольников? Ну, на примере, ряда русских общин Южной Америки, в Южной Америке, переехавших потом в Северную Америку, мы можем наблюдать, что до той поры, пока женщины, например, в наших старообрядческих поселениях в Южной Америке оставались дома, воспитывали детей, не отдавали их в местные школы, язык сохранялся достаточно устойчиво, гораздо более чем в трех поколениях, в течение 300 лет. А после переезда вынужденного в Северную Америку, где женщина гораздо более социализирована, женщина пошла на работу, ребенок пошел в местную школу, и весь 300-летний опыт как-то очень быстро стал растворяться, язык стал уходить. Интенсивность языковых контактов, наличие и отсутствие традиционных видов хозяйственной деятельности, конечно, наличие таких видов существенно тормозит утрату языка. Ну и важные вещи, национальное самосознание, вот тот самый стержень, о котором я уже говорила, есть ли что-то типа веры или мечты об исторической родине, планов вернуться, что заставляет держать себя в форме, поддерживать язык у себя, своих детей. О государственной политике мы чуть ниже с вами тоже поговорим. Любопытный вопрос, какой язык сохраняется в диаспоре? И здесь мы видим довольно много разных примеров.
И сегодня в социолингвистике есть даже термин диаспорный язык или язык диаспоры, язык, который это не совсем то, что эритажный язык, это квалификация немножко с другой стороны, не через механизм передачи, а по признаку вот носителей скорее. Да, безусловно, это язык этнического меньшинства, и этот признак мы встречаем и в классическом определении языка эритажного. Да, функционирует в устной форме, обособленно. Очень важно, что коммуникативная функция у диаспорного языка начинает уступать место социокультурным функциям. Для решения коммуникативных задач начинает использоваться доминирующий язык, язык окружения. А вот для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к определенной этнической группе, худой, бедный, но продолжает использоваться диаспорный язык. Один из примеров, который я могу здесь привести, ну, это, например, дети в русской зарубежной школе британской, где как-то была на одном из открытых уроков, которые прекрасно по-русски разбирали сложно подчиненные предложения, с учителем общались по-русски, но как только дело доходило до реальной коммуникации друг с другом, просто элементарно попросить ручку или карандаш у соседа по парте, они переходили на английский язык. Язык диаспоры, безусловно, формируется под сильным влиянием языковых контактов, и здесь ни одна из них не является исключением. И далее могут образовываться всевозможные смешанные речевые формы, и иногда они не совсем тот язык, на котором говорили в семье, то есть не совсем эритажный язык, становится и предметом преподавания. Мы посмотрим примеры некоторых диаспор ниже, где для бытового общения используется одна версия, один вариант языка, а вот для сохранения этнической общности, диаспоральной общности, совсем другая, которая не владеет старшее поколение, например, если говорят о школе. Ну вот, пример нашей, опять-таки, пока говорю, русской диаспоры, о которой я уже говорила, это старообрядческое поселение в настоящий момент уже в Северной Америке. И здесь главное правило, которого долго придерживались жители, члены этой общины, заключалось в том, что на территории деревни разрешалось говорить только по-русски. И это, собственно, помогло сохранить языковую среду. То есть вот была четко зафиксирована ситуация речевая, где это используется. И в течение 300 лет, как я уже сказала, язык сохранялся. Но при выходе за границы деревни, в силу языковых контактов, на которые наложилась определенная языковая политика окружения, особенности его культуры, при переезде язык стал уходить. Мы привыкли к тому, что в диаспоре язык – это средство этнической самоидентификации. Вот любопытно, что это не всегда так. Есть исследования, например, Майя Давид о том, что у синдхов, одной из индийских групп населения, язык вовсе не является основным средством самоидентификации. И хотя диаспора достаточно устойчива, существует в нескольких поколениях, но язык они теряют достаточно быстро, усваивая доминантный язык в окружении. А вот приверженность к определенной одежде, к национальной кухне, к традициям оказалась здесь более сильной скрепой, чем язык. И вообще, если мы будем говорить о различных ветвях индийской общины, именно одежда, кухня и традиции играют гораздо большую роль, чем сохранение языка. А вот если мы посмотрим на абхазскую диаспору, то вот есть исследования, которые показывают, что ключевым элементом отношений метрополии с диаспорой остается язык. И здесь
изучение языка, поддержание его через языковые школы, поддержка языковых программ государства метрополии начинает играть очень важную роль для консолидации диаспоры. И поэтому, вот, в частности, Инара База призывает, например, придумывать какие-то меры поощрения соотечественников за знание языка и предоставление им определенных преференций при контактах с метрополией. Дальше мы посмотрим с вами, что такая же ситуация, как у синхов, складывается, например, в казахской диаспоре за рубежом. Ну вот, совсем сейчас мы перейдем, наверное, к этим примерам. Я не буду сейчас о СМИ, это сейчас нас немножко далеко ведет. Мы посмотрим сейчас примеры поддержки языка в самых разных диаспорах, разных типов, и, может быть, найдем какие-то интересные идеи для себя. Вот албанская диаспора. Любопытный пример. Функционирует в разных странах мира. Посмотрим на примере Германии, какие здесь действия предпринимаются. Предпринимаются они не самой Албанией, потому что албанцы, уехавшие за пределы Косово, своей исторической родины, оказывают часто в более выигрышном экономическом положении. И здесь скорее не метрополия поддерживает диаспору, а может быть наоборот. Так вот, одна и та же этническая группа в разных странах может образовывать диаспору или нет. Вот на примере албанской видно, что разные ситуации сложились, например, в Германии и в ряде других стран. Как часто бывает, идея поддержания сохранения языка начинает сначала реализовываться в виде частных инициатив. Так вот мне в руки попались такие заметки одного албанца, который поселился в Германию и сразу стал, как человек с активной такой социальной позицией, искать соотечественников в окрестностях. И в 99-м году начал давать уроки албанского совершенно частным порядком для того, чтобы продвигать язык, знакомить с ним и местное население в том числе, и сохранять самобытность и самоидентификацию албанцев в своем окружении. Детей он учил с 5 по 10 класс, это вовсе не дошкольное образование. И дальше вот такие ключевые моменты, которые есть часто в диаспоральных школах за рубежом. Значит, язык, но к языку обязательно внеязыковые занятия, потому что мы хорошо знаем, что для усвоения языка нужно как можно больше инпута, и где, как не на занятиях любимым делом этот инпут создавать. Значит, это всевозможные культурные мероприятия, это танцевальные группы, это певческие группы, все, конечно, с определенным фольклорным уклоном. Далее активное участие в фестивалях различных общин, которые окружали этого албанца. Затем он начинает участвовать в культурных мероприятиях вместе с представителями других диаспор, из Турции, из Греции, из России в том числе, выступать на городском уровне, на общегерманском. Дальше очень интересны шаги после того, как сформирован был некоторый такой культурный актив. Начались поездки в Косово, где на историческую родину, вспомним, это важный момент, с выступлениями там. И затем студенты из Косово стали посещать уже теперь сеть таких языковых кружков в Германии, проводить всевозможные викторины, конкурсы для них. Ну, а затем в Албании появилось Министерство диаспоры, и оно стало организовывать конкурсы на национальном албанском телевидении, в которых, в этих конкурсах стали активно принимать и представители албанской общины в Германии. Вот такой любопытный сюжет.
И в рамках всевозможных национальных конкурсов албанская община представляет свою кухню, свой фольклор, свои костюмы, рассказывает о популярных современных личностях, школьной системе, туристических местах. Этот проект, подобного рода проекты пользуются большой популярностью. С одной стороны, цель работы таких энтузиастов – это помощь детям в сохранении языка и культуры, но с другой стороны, это и помощь в интеграции с окружением, с другими общинами, демонстрация того, что албанская община не исключение, а один из типичных примеров. И с другой стороны, роль диаспоры оказалась очень важна и для самого Косово, и для Албании. В 90-х годах правительство Албании прекратило финансирование студентов, направленных на обучение за рубежом в разных странах Европы. И тогда именно диаспора позволила этим студентам завершить, завершить свое обучение, потому что считала очень важным такие контакты, получение образования для воспитания молодого поколения. Именно диаспора поддерживала армию освобождения Косово. Именно диаспора всячески подчеркивает необходимость именно зарубежного образования для косовской молодежи, с тем, чтобы затем вносить свой вклад в экономическое развитие своей родины, исторической родины, буду говорить. То есть вот такой взаимный процесс, вовсе не прямой, о котором мы с вами в классических определениях только что, да, слышали, когда именно метрополия поддерживает. Диаспора также может оказывать очень сильное положительное влияние, поддержку метрополии. Вот другой пример – это арабский язык. Вот это классический вариант, когда очень важен вопрос, а какой именно язык сохранять и преподавать в диаспоре. Очень сильным стимулом для арабской, мы знаем, что арабский мир, вот это не албанская, не арабская диаспора, а это арабский язык в диаспоре, образованный представителями разных стран, часто с не очень похожими культурными традициями и часто не очень дружащих между собой за пределами своей нынешней территории проживания. Значит, здесь важно, что стимулом к изучению арабского языка, при этом литературного арабского, а не локальных его вариантов, стала мечта, надежда вернуться домой, когда закончатся военные конфликты. Программы обучения языку здесь исходили в разных странах из разных источников. Вот в Нидерландах и Германии это органы власти. Мы знаем, что в этих странах предполагается поддержание эритажного языка в размере там в объеме 1-2 часов в неделю. В Испании такую роль инициатора языкового образования стали частные организации. Во Франции и Италии преподаванием арабского языка занимались страны происхождения диаспоры. При этом, поскольку мы знаем, что арабский язык, разговорный язык, представлен в очень различных вариантах, вставал вопрос о том, какой именно арабский преподавать вне страны проживания, и по настоянию родителей в качестве такого инварианта был выбран классический литературный арабский, на котором никто в арабском мире не говорит, никто в семьях, изучающих этот язык, не говорит, но который является языком религии, языком Корана и языком культуры. И именно поэтому такой вариант был выбран взят за основу. Но с течением времени надежда вернуться домой у многих представителей диаспоры угасала, и надо сказать, что в ряде стран вот эти языковые курсы стали сворачиваться вплоть до нуля.
И поэтому количество учащихся стало сокращаться, и во многих странах сегодня уже невозможно поддерживать далее язык для молодого поколения. Казахская диаспора. Я сказала, что она очень похожа вот на некоторых представителей индийской диаспоры. Здесь очень любопытный сюжет связан с отношениями молодежи метрополии и, собственно, диаспоры. Ну вот несколько способов поддержания языка. Мы знаем, что в Казахстане проблема русификации действительно очень сильна и до сих пор, и многие представители старшего поколения не владеют своим этнически родным языком. И вот такие сюжеты нам сообщают пресса. Я приехала в Лондон, когда мне было 4 года, вот одна языковая история. Поддерживаю связь с Казахстаном через социальные сети, доступ есть к казахстанским телеканалам, и я свободно говорю по-казахски. Но где выучил молодой человек из интервью, с которым я цитирую сейчас фрагменты. Я выучил казахский в Лондоне, в посольстве Казахстана, при котором работала субботняя школа. Посещал эти уроки в течение 2 лет, но мы понимаем, что этого, конечно, мало для того, чтобы свободно владеть языком. А потом на 3 года поехал в Алматы и проработал там эти годы. Вот казах из Турции. Прежде всего сохраняются казахские традиции, казахские блюда и казахские праздники. Дома мы говорим на казахском, английском и турецком языках. Очень многие проинтервьюированные представители казахской диаспоры отмечают сложность контактов с выходцами из Казахстана, потому что они не умеют говорить по-русски. То есть приехавшие из Казахстана русским языком владеют, у них есть лингва франка, а те, кто выросли в Турции, например, да, или в Великобритании, они этим языком не владеют. Вот, и таким образом у нас получается некоторая разобщенность самой диаспоры на языковой основе, хотя молодые люди, которые сейчас переезжают в тот же Лондон, в ту же Великобританию из Казахстана, уже гораздо лучше владеют своим родным казахским языком. Многие представители казахской диаспоры отмечают, что в диаспоре приняты моноэтнические браки. Казахи должны жениться только на казашках. Вот формулировка буквально, чтобы спасти кровь и нацию, мы должны выбирать только казахов. Многие отмечают положительную роль родителей в сохранении родного языка, которые воспитали в рамках среди национальных традиций и поддерживали язык в семье. И сохранили язык, несмотря на отсутствие книг и учителей. Существует ряд общественных организаций в диаспоре внутри отдельных стран или Большой Курултай казахов, Федерация казахских общин, объединяющая, например, европейских казахов. Собираются они из разных стран на общие праздники. И очень сильна национальная гордость вот в этой диаспоре, да. Часто повторяются в интервью слова о том, что мы всегда гордимся тем, что мы казахи, наши внуки будут лидерами, и мы всегда будем с гордостью поднимать флаг Казахстана. То есть здесь, несмотря на то, что есть некоторые языковые барьеры, но есть чувство принадлежности к общей культуре, к общему прошлому и к общему будущему, которое связано в том числе с метрополией. Ну, а как средство поддержки, очень мало кто упоминает школы, какие-то дополнительные образования. Это семья прежде всего, ну и сегодня казахи широко пользуются техническими средствами. Видео, кино, соцсети, как я уже сказала, YouTube на казахском языке и так далее, и так далее, и так далее. По большей части казахи хорошо интегрированы в местное сообщество, владеют, как правило, не только казахским языком, но и языком страны пребывания, будь то немецким, турецким, английским и другими.
Федерация Европейско-Казахской ассоциации, Казахская культурная ассоциация, ряд других ассоциаций говорят о том, что это хорошо организованная этническая группа, классическая диаспора. Индийцы. Отношение индийского правительства к индийской диаспоре во времена правления Индийского национального конгресса было приблизительно таким: ассимилируйтесь как можно скорее, то есть мы вам ничем помочь не можем, помогайте себе сами. Но нынешняя правящая партия полностью поменяла свое отношение к мигрантам, развивает идею так называемой хиндутвы, выдвигающей теории, подхода о том, что Индия является носителем древнейшей цивилизации. Матушка Индия – это сердце этой цивилизации, а разбросанные по разным странам мира индийцы – это неблудные дети, а это та опора матушки Индии, которая может вполне стать таким хорошим политическим, экономическим лобби, обеспечивающим процветание матушки Индии. Индийская диаспора менее всего занимается сохранением языка, в этом плане очень хорошо адаптируется. Молодые люди гордятся Индией тем, что они приобщены к ее культуре, являются ее носителями. Но вот здесь объединяющий стержень диаспоры не язык, всего, наверное, еще и многоязычности, полиэтничности населения самой страны. Кроме того, здесь существует определенное разделение на индийцев, которые эмигрировали из самой Индии, и индийцев, которые эмигрировали, как бы уже в следующем поколении, двойная эмиграция из британских колоний. И поэтому очень важно, чтобы правительство Индии опиралось не только на тех, кто является индийцами, во втором-третьем поколении, но и на тех, кто, предки которых достаточно давно уже уехали из страны. И еще раз повторяю, поскольку здесь, как и в арабском мире, довольно такая пестрая языковая картина внутри диаспоры, то основной объединяющий центр – это традиции, это религия, это древняя индийская культура, а вовсе не язык. Поэтому вот здесь, в этой крупнейшей в мире диаспоре, одной из крупнейших, всевозможные конкурсы и программы, которые организует индийское правительство, они связаны скорее не с языком, а с культурой. Да? Это программы «Знай Индию», программа отслеживания корней, так они называются, паломничество диаспоры, предусматривающее посещение страны, возможность подышать духом, воздухом матушки Индии. И поэтому в запросах диаспоры сохранение языка часто не фигурирует. Вот индийская диаспора в Африке интересуется изучением танцев, песен, ведических традиций, наличием прямых авиарейсов в их страны, очень прагматично, возможностью обучения в индийских вузах, помощью индийских врачей, но отнюдь не преподаванием языков Индии. Если говорить об индийской диаспоре в США, то здесь несколько больше интерес к изучению языков, различных языков Индии, но также и художественных традиций и так далее. И как и в казахской диаспоре, в индийской диаспоре браки моноэтнические. Отчасти это позволяет сохранять этнические особенности. Очень много всевозможных организаций международных, которые поддерживают контакты представителей индийской диаспоры между собой. Но еще раз повторяю, что эти языковые сюжеты здесь не самые актуальные. Польская диаспора. Вот где язык важен и действительно является сердцем политики государства по отношению к соотечественникам, так это в Польше.
показательно, что сотрудничество с польской общиной – это прерогатива и компетенция Министерства иностранных дел Польши. Никаких министерств образования, там, культуры или чего-то такого. Да? Существует довольно много различных ассоциаций, объединяющих поляков в мире. Но, конечно, самое большое достижение, на мой взгляд, это карта поляка. Это документ, который человеку, у которого, может быть, совсем немного польской крови, может быть, там какая-нибудь прабабушка, да, или, во всяком случае, последние 3 года он занимался деятельностью, направленной на поддержание польского языка и культуры. И если он знает польский язык, он получает карту поляка, которая дает очень много различных преимуществ. Вот. И вот о некоторых из них буквально, да. Конечно, министерство, кроме карты поляка, Министерство иностранных дел предлагает и всевозможные конкурсы, и стипендии на обучение, и следит за тем, чтобы права поляков и польской диаспоры были, ну, во всяком случае, не хуже, чем других национальных общин в странах пребывания. Это вещи, которые есть, может быть, и у других диаспор, да. Ну вот обладатель карты поляка может заниматься предпринимательской деятельностью или устраиваться на работу без специального разрешения, которое требуется для иностранцев. Может пользоваться в стране бесплатным медицинским обслуживанием. Может получать бесплатное образование или стипендию от польского государства на обучение за рубежом. Ему не нужно при въезде в Польшу предъявлять денежные средства, показывающие, что у него хватает денег на жизнь. Может бесплатно посещать государственные музеи, имеет 37% скидку на железнодорожные билеты, не платит денег за визу, на многократную визу в Польшу и так далее. То есть вот эта замечательная карта получается прежде всего за знание польского языка, хотя бы на базовом уровне, и, устным заверением, что он является родным языком. Ну, в крайнем случае, вот на основании письменной справки о том, что вы содействовали распространению польского языка и культуры, поддерживали польское национальное меньшинство в течение последних 3 лет. Вот такой замечательный проект, который просто, ну, всем нам пример. И вот китайская диаспора. Ну, здесь тоже не очень все однозначно с языком. И здесь, как и с индийской диаспорой, Китай рассматривает своих соотечественников за рубежом как источник силы и благосостояния материкового Китая и как силу, играющую роль такого очень важного лобби, защищающего интересы Китая на внешнеполитической арене и на международном рынке. Лозунг правительства Китая – консолидировать сердца, объединять умы, развивать возможности для возрождения великой китайской нации. Мы с вами прекрасно понимаем, что консолидировать сердца и объединять умы можно, опять-таки, не имея родного языка у всех за спиной. И как и в Индии, это туристические поездки для молодежи. Очень много программ, нацеленных именно на молодежь, под названием «Приобщение к китайским корням». Задача всевозможных фондов, ассоциаций, СМИ, работающих на многочисленную китайскую диаспору, это позитивная информация о Китае, распространение ее и распространение информации о новых возможностях для диаспоры. Воспитание чувства национальной гордости и интереса к китайской культуре. Очень любопытно сопоставить российскую и китайскую диаспоры, разница между которыми очень наглядно проявляется на примере этих диаспор в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах они практически сопоставимы по численности и имеют приблизительно одинаковый уровень образования. То есть это высокообразованные диаспоры, значительно более половины которых имеют степень бакалавра и выше.
Но они и очень существенно разнятся. И, может быть, это мешает русской диаспоре в США также активно отстаивать свои интересы, как это делает диаспора китайская. Они различаются по компактности проживания. Если китайцы стараются селиться ближе друг к другу, то русские часто напротив, русскоязычные, будем говорить, да. Русские гораздо более аполитичны, и в отличие от китайцев, они чаще нацелены на ассимиляцию. Близость культурная, она здесь играет, может быть, недобрую службу. И если китайцы вполне работают на создание прокитайского лобби в органах власти США, то о пророссийском лобби в Штатах говорить не приходится. Более того, в отличие от китайцев, русскоязычная диаспора часто не лояльна к своей метрополии, как суверенному государству, старается не афишировать свое происхождение из России, стесняется своей русскости, если хотите. Было бы странно, если бы в таких условиях она пользовалась значительным уважением местных органов власти. И, к сожалению, только президентские саммиты на самом высоком уровне межгосударственные отношения не строят. Без наличия интенсивных межчеловеческих контактов, в том числе между соотечественниками нашими в разных странах и метрополии, вряд ли мы можем говорить о каких-то существенных изменениях во внешней политике. Да, но не будем трогать политику, а обратимся к опыту корейской диаспоры. И он страшно интересен, потому что корейская диаспора, наверное, достигла больше, чем какая бы то ни была, имеет из известных мне. Но я буду рада любым примерам, которые услышу от коллег. Сохранение корейской диаспоры довольно большая, учитывая размеры страны. Представьте, что 7 миллионов корейцев живет в разных странах мира, это, конечно, много. Она очень велика. И знание корейского языка здесь очень зависит от страны. От минимального в России, где довольно большая корейская группа корейцев проживает, до Китая, где знание корейского языка часто достаточно хорошо. Независимо от страны проживания, независимо от уровня владения корейским языком, вот так же, как в индийской диаспоре, например, да, эта диаспора ориентирована на страну исхода. Вот мечты о прекрасной, воспоминания о прекрасной исторической родине живут в сознании, и это диаспора с очень высоким уровнем этнического самосознания, знающих и гордящихся тем, что они корейцы. Надо сказать, что сегодня в разных странах мира положение этой диаспоры различно. В Китае это диаспора с компактным проживанием, хорошим знанием корейского языка, и более половины из них продолжают заниматься сельским хозяйством, как это делали их деды и прадеды, впервые оказавшиеся в Китае. В Соединенных Штатах это тоже такой нижний средний класс, который зарабатывает несколько ниже, чем средняя зарплата белого населения, но больше, чем африканцы, например, или выходцы из Латинской Америки. И эта группа строится в принимающем обществе уже во втором поколении. Многие из них имеют высшее образование и уже превосходят своих родителей. Ну, а те, кто не успел, не смог построить свою карьеру, неудачно садаптировался, часто возвращаются на родину, где пользуются определенными привилегиями, поскольку уже неплохо знают английский язык и тем самым имеют некоторые баллы, несколько больше баллов в карьере, скажем, да, чем их сверстники на родине.
Если говорить о России, в России корейская диаспора достаточно консолидирована. Существуют различные национальные ассоциации корейцев, культурные центры. При этом они наиболее интегрированы, принимающие сообщество, вплоть до утраты языка по сравнению с диаспорами других стран. Они менее привержены, российские корейцы, менее привержены к родной культуре, к внутренним этническим бракам, то есть часто полиэтнические браки. Таким образом, частично ассимилированы, но в настоящее время достаточно интенсивно начинают изучать родной язык, знакомиться с родной культурой. И вот некоторые примеры мы сейчас посмотрим. Корея вообще достигла достаточно больших успехов в работе со своей диаспорой, вплоть до репатриации, в частности, сахалинских корейцев с конца 90-х годов. Очень интенсивные обмены с зарубежной диаспорой и довольно большое количество программ, связанных именно с языком. Это и поддержка центров преподавания корейского языка, это и стипендии на обучение в Корее, это и поддержка преподавателей корейского языка. Но посмотрите, какие еще интересные направления деятельности. Это поддержка коммерческой деятельности диаспоры. Это создание базы данных о зарубежных корейцах и корейских организациях, которые можно потом привлекать к, собственно, корейским проектам. Это широкая сеть корейских культурных центров, это упрощенный визовый режим, вот как и у поляков, да, и трудоустройство упрощенное. Но при этом программы, направленные на диаспору, у Кореи очень избирательны. Для малоквалифицированных корейцев, не очень хорошо знающих, может быть, язык, это программы по поддержке языка и культуры. Вот гуманитарная сфера для малообеспеченных корейцев. А для корейцев, преуспевающих в бизнесе, в финансах, программы связаны скорее с бизнесом и с совместными инвестициями. Ну вот примеры с сайта корейской сети для работы с соотечественниками. Мы видим, что здесь финансовая поддержка курсов по повышению квалификации для учителей корейских школ корейского языка. Помощь в проведении школ корейского языка, в том числе культурно-исторических лагерей, содействие публикации образовательных материалов для изучения корейского языка, возможность дистанционного обучения корейскому языку. То есть вот самая широкая сеть языковых программ, в которые корейское правительство вкладывает свои силы, средства, финансы, всякого рода. Ну и опять, какой язык изучать? Ведь корейцы в Россию, например, приезжали и из Северной, и из Южной Кореи. И сегодня в этих двух странах несколько разные варианты корейского языка. Когда корейцы Татарстана, например, говорят об исторической родине, то в их сознании разделение Кореи на два государства отсутствует. Они говорят о некой Корее в целом и считают граждан двух Корей представителями одного народа. Изучают они при этом чаще южнокорейский вариант корейского языка. Любопытно, что в России на курсах корейского языка учатся преимущественно не корейцы, а люди, которые увлекаются сегодня корейской культурой, корейским кинематографом, корейской поп-культуры, да. И с другой стороны, люди, которые приходят на курсы, часто начинают под воздействием поп-культуры, начинают дальше изучать традиционную корейскую культуру, песни, танцы, игру на музыкальных инструментах уже под влиянием языковых курсов. Вот такая цепочка выстраивается в корейских культурных центрах. Ну вот очень интересный пример мне попался в связи с теми же корейцами преподавателя корейского языка. Он
очень импонирует то достоинство, с которым этот индивидуальный преподаватель приглашает воспользоваться своими профессиональными знаниями для того, чтобы освоить. Вот мы видим просто, я просто пройдусь по ее сайту, потому что очень хороший уровень организации, да, то есть четко обозначено время проведения, уровень группы, запись уроков на сайте курса, каждая видеозапись снабжена тестами и лексическими блоками, есть определенные бонусы, на чему будут учиться, что является содержанием курса, представление о различных уровнях, подготовка к государственному экзамену на знание корейского языка, корейскому экзамену. Ну, немножко об особенности курса. И вот очень хорошее заключение. Я хороший и эффективный учитель. Не так часто встретишь такую фразу в рекламных материалах преподавателя иностранного языка. Я не верю в корейский во сне за месяц и прочую фантастику. Я не верю, что учитель, у которого нет своего сертификата государственного по корейскому языку, сможет научить, как давать этот экзамен. Дальше свои достижения, ну и так далее. Пример для всех нас в составлении рекламных материалов. Очень, ну, я так вижу, что у меня время уже немножко подходит к концу, поэтому буквально два слова о том, что очень много внимания сейчас корейцы уделяют, и корейское правительство, и различные партии, не только правящая партия Кореи, различным программам для молодежи. И очень важно в этих программах... Сейчас, секундочку, извините. Загляну в свою шпаргалочку. Очень важно, что правительство предлагает опираться на достижения корейской поп-культуры, которая очевидно привлекательна сегодня во всем мире. Предлагает для корейской молодежи из диаспоры возможность посетить Корею для молодежи от 8 до 24 лет. После этой программы знакомства с Кореей, возможности подышать ее воздухом, представить себя в роли человека, живущего в Корее, предлагаются стажировки на ведущих корейских компаниях. Главная задача – вернуть молодых этнических корейцев, особенно образованных и преуспевающих, но не обязательно воспитаем сами, для того, чтобы вернуть их в страну, испытывающую сегодня очевидные демографические проблемы, с тем, чтобы они могли играть ведущую роль в эпоху четвертой промышленной революции. И еще один сюжет, который поднимают сегодня правительство Кореи, это налаживание обмена между молодежью из корейской диаспоры и молодым поколением в Южной Корее. Обеспечение возможностей для совместных стартапов в бизнесе. Создание условий для развития взаимопонимания и подготовки южнокорейского общества к принятию корейской диаспоры на родине. Очень многие программы, которые сегодня реализует Корея, были позаимствованы из опыта Израиля, где аналогичные программы работы с молодежью, привлечения молодежи в Израиль существуют уже давно. И ведущие разработчики корейских программ по работе с диаспорой прямо подчеркивают, что очень важно включить ценный зарубежный опыт в преодоление собственных проблем во взаимоотношениях с диаспорой, в привлечении ее для решения, собственно, корейских проблем. Ну и некоторые итоги того, о чем я сегодня говорила. Сегодня диаспоральная политика самых разных государств нацелена на меры по наращиванию потенциала диаспоры, то есть укреплению ее позиции в странах пребывания, правовой поддержки, образовательной поддержки. Это одна сторона. Это стремление создать транснациональное сообщество вокруг своего государства,
сформировать собственное лобби в разных странах мира, использовать соотечественников, которые покинули твою страну и перестали быть ее налогоплательщиками, использовать их в интересах государства-метрополии и создание для этого соответствующих государственных структур. Это меры по расширению прав диаспоры в метрополии. И это меры по получению обязательства от диаспоры. Процесс обязательно встречный. И это избирательная политика к разным группам в диаспоре. Ибо одним нужно, не скажу дать кусок хлеба, но напомнить о том, кто они, откуда они родом, помочь им сохранить самоидентификацию. Может быть, когда-нибудь что-то у них в жизни сложится по-другому. А для тех, кто является богатым и преуспевающим, это политика сотрудничества в экономической и политической области. Реализуется диаспоральная политика разными методами в зависимости от целей и тех групп, на которые она направлена. Для одних это акцент на символьной системе, характеризующей общность, в том числе на языке, ибо язык – это один из национальных символов, но, как мы сегодня уже видели, на примерах не единственный и не обязательный. Это защита прав соотечественников в принимающих странах вплоть до их репатриации. И это развитие потенциала диаспоры, поддержка уровня ее организации вплоть до политического лобби в политических структурах, в органах власти принимающей страны. Спасибо за внимание. Вот тот небольшой обзор практик, которые я хотела сегодня представить вашему вниманию. Попробую ответить на вопросы, если они будут. Ну вот вопросов не увидела. Так, я бы хотела, вот вижу, да, озвучивать аудиоматериалы для методик, что нужно для этого сделать. Елена Аркадьевна, это зависит от того, где вы живете, потому что мы работаем с дикторами в Санкт-Петербурге, в студии, которая здесь. Поэтому можете мне написать на личную почту, можем обсудить. Что русскоязычная диаспора могла бы позаимствовать из опыта других диаспор? У меня большие сомнения, на самом деле, представляет ли сегодня русскоязычное сообщество за рубежом диаспору в узком понимании этого слова, то есть сообщество людей, объединенных некоторыми общими идеями, привязанностью к родине, там, воспоминаниями о Золотом веке и так далее. Да, если здесь, поэтому скорее стоит говорить об избирательной политике. Я думаю, что вот идея карты поляка – это та вещь, которую вполне могло бы позаимствовать наше Министерство иностранных дел. И вообще курирование этих вопросов, конечно, должно быть больше под эгидой Министерства иностранных дел, чем Министерства образования и науки и даже каких-либо фондов. Хотя, конечно, фонды должны работать тоже. Расширение, конечно, стажировок и туристических поездок молодых представителей нашей диаспоры в Россию. Сейчас, кстати, очень интересные программы на эту тему есть в Россотрудничестве. Если вы подписаны на их телеграм-канал, то очень рекомендую, потому что очень много там интересных репортажей о том, как сегодня шире стали приглашать молодых людей, и не только в Москву и Петербург, а какие увлекательные поездки по России они совершают. Соединение этих поездок с практикой посещения ведущих российских компаний, на мой взгляд, это очень интересная плодотворная мысль, которая потом наводит на мысль развивать сюжеты, связанные с получением образования и трудоустройства в России. В России, как и в Корее, демографические проблемы, и очень хотелось бы видеть здесь
наших молодых преуспевающих соотечественников, которые строят здесь свою карьеру, так как это делают представители многих других стран. Ну да, вот это вопрос, существует ли русскоязычная диаспора как диаспора. И на самом деле, до того, как я стала готовиться к сегодняшней лекции, я была убеждена, что существует. Но когда посмотрела и вспомнила свой личный опыт общения, я подумала, что это достаточно разнородная группа, еще более разнородная, чем арабская или индийская диаспора. Она слишком большая, чтобы здесь можно было вот все-таки 30 миллионов, даже если 25, это не 7-8. Вот. Но совершенно очевидно, что сегодня российская диаспора не выступает даже в пределах Европы, например, как некое единое целое, осознавшее свои общие интересы, свои общие цели. Они достаточно локальны и приземленны, на мой взгляд. И все представители нашей, буду все-таки говорить, диаспоры, да, те представители наших соотечественников, которые участвуют в работе Европейского парламента, например, или каких-то европейских структур, ну, они решают, опять-таки, тоже очень локальные вопросы. Очень давно наш МИД поднимал вопрос, по-моему, еще лет 10 назад на одной из конференций страновых, вопрос о придании русскому языку статуса языка национального меньшинства на территории Евросоюза, отдельных стран Евросоюза, что решило бы очень многие вопросы, в том числе с преподаванием этого языка, с возможностью использовать какие-то финансовые ресурсы Евросоюза, но как-то очень неудачно выбирались, наверное, союзники в этих проектах, или не очень осознанно была идея, и этот вопрос не решен. Ну, теперь уже не скоро будет решен уже, я думаю, но лет 10 назад были очень неплохие шансы, связанные с Европейской хартией малочисленных языков, языков национальных меньшинств, которые могли способствовать приданию языку статуса. Язык без статуса – это такое поле деятельности для кружков. Вот. Но, к сожалению, российская диаспора за 30 лет своего существования этот вопрос не решила ни в одной стране. Вот. Это к вопросу о встречных движениях. Спасибо большое, коллеги. Я буду благодарна всем, кто, у кого накопились, может быть, какие-то свои наблюдения о том, как успешно поддерживается, развивается, используется язык в различных диаспорах, помимо нашей русскоговорящей. Может быть, если такие примеры вы мне пришлете на почту, она на экране, это было бы материалом для следующей нашей встречи. Спасибо большое.